В МВД проведено заседание расширенной коллегии, на котором рассмотрены итоги работы ведомства за 2015 год. На нем глава республики Аслан Хакушинов отметил, что оперативная обстановка в регионе стабильная, и это заслуга качественного взаимодействия всех правоохранительных органов. В мероприятии также приняли участие руководители органов исполнительной и законодательной властей, судебных и правоохранительных структур, органов безопасности, начальники структурных подразделений министерства и отделов МВД России на районном уровне. Глава республики в своем обращении поблагодарил сотрудников МВД за проделанную работу по обеспечению безопасности и правопорядка, а также обозначил ряд актуальных тем. Особенно высоко мы ценим то, что вы участвуете в горячих точках нашей страны. И не жалея сил, здоровья и самой жизни, выполняете очень ответственную работу. Спасибо вам за все. С докладом об итогах работы выступил Александр Ячицкий. Он подчеркнул, что главная оценка качества деятельности сотрудников МВД – мнение общества. Именно поэтому сегодня полиция делает все от нее зависящее, чтобы жители республики чувствовали себя в безопасности. Своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки – позволили нам сохранить контроль за состоянием криминогенной ситуации в республике. Уровень преступности в регионе почти полтора раза ниже, чем в целом по стране, в том числе по тяжким, особо тяжким преступлениям. Активную работу полиции по раскрытию преступления, профилактике правонарушений и обеспечению дорожной безопасности отметили и руководители других правоохранительных органов республики. По имеющимся проблемным вопросам принят комплекс мер, реализация которого должна улучшить результаты служебной деятельности. В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников министерства. Отметим, что за несколько дней до этого в республиканском МВД состоялась большая пресс-конференция с участием главы ведомства и его заместители. Они подробно рассказали представителям СМИ Адыгеи о проделанной работе в прошедшем году и планах на ближайшее.